И сейчас мы возвращаемся к главной теме операции «Возмездие» в Сирии. Итак, сегодня Каспийская флотилия вновь нанесла удар по боевикам. 18 крылатых ракет точно поразили 7 целей в провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Удары наносились также из акватории Средиземного моря. Там находится группировка из 6 российских кораблей, которые возглавляет флагман Черноморского флота крейсер «Москва». С сегодняшнего дня наши военные начали прямое взаимодействие с вооруженными силами Франции, как в начале недели приказал Владимир Путин. К сирийским берегам подходит французская эскадра во главе с авианосцем Шарль де Голь. В самой Сирии двойна наша воздушная группировка. Теперь это 69 самолетов, которые вылетают на задание круглосуточно. Ключевую роль в операции играет дальняя авиация. Террористы несут значительные потери. По данным Минобороны, в районе Дейр-эз-Зора крылатыми ракетами уничтожены более 600 боевиков. Летчики и наземные инженеры не могут простить трагических атак последних недель. На бомбах и ракетах надписи для адресатов: «За наших» и «За Париж».